Всем добрый день! Сегодня будем печь супер-шарлотку с айвой. Нам потребуется стакан муки граненой, 4 яйца, у меня средние, если яйца большие, хватит 3, и неполный стакан сахара, вот по Марусин поясок. Перво-наперво взбиваем яйца. Начинаем взбивать на маленьких оборотах. Потом обороты увеличиваем. Взбиваем пару минут. Добавляем щепотку соли. Взбитые яйца порционно добавляем сахар. Взбиваем. Теперь добавляем муку. У меня миксер слабый, поэтому сначала я помогаю ему ложкой. Теперь взбиваем миксером. Тесто готово, занимаемся айвой. Нарезаем айву на несколько частей, удаляем серединку и нарезаем кусочками толщиной меньше сантиметра. Айва у меня далеко не идеальная. Придется взять еще одну айву. Духовку я уже включила, она у меня разогревается. Форма у меня силиконовая, примерно в диаметре 30 сантиметров. Сразу форму ставим, она же у нас мягкая, ставим на противень. Выливаем тесто. Выкладываем айву. Отправляем в духовку печься до готовности, температура около 200 градусов. Проверять готовность будем шпажкой. Если сверху будет уже поджаренное, а внутри сырое, это вы поймете по сырой шпажке, значит вверху надо накрыть фольгой. Шарлотка наша готова. Готовилась она около 40 минут. Немножко уже остыла. Вот так краешки отрываем и будем переворачивать. Вот какая красота у нас получилась. Прям душистая-душистая. Пускай еще немножко остынет, идет пар. И можно для красоты и для вкуса посыпать сахарной пудрой и украсить какой-то красивой ягодой. У меня красная калина. Вот такая шарлоточка у нас получилась. Красивая, нежная, будем пробовать. Да, с айвой всегда вкуснее. Айва с кислинкой и шарлотка просто классная. А с яблоками надо угадать. Иногда яблоки сладкие и почти стакан сахара, и получается лишнего. С айвой супер. На сегодня все. Приятного аппетита. До свидания. Всего доброго.